Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 марта. День мученика Конана Градаря. Назван в честь святого мученика Конана по прозванию Огородника. Он занимался возделыванием огорода, плодами которого и питался. Был он человек добрый и простосердечный. Хотя он не был обучен грамоте, но проводил богоугодную жизнь. За отказ поклониться идолам в его ноги набили гвоздей и гнали перед колесницей и Гимона до тех пор, пока он не пал от изнеможения на колени и с молитвой на устах предал душу свою Богу. Этот день в народе называли днем Конана Градаря, Огородника, Катыша. А в древних церковных месяцесловах Конана назвали еще эстрадником. Говорили, хотя бы в день Конана Градаря была и зима, начинай пахать или копать огород. Ты только начни в этот день, и непременно огород будет добр, и овощей будет много. В народе говорили, Конан огородник на огород позвал. Копали огороды, удобряли их навозом, замачивали семена капусты, помидор, готовили к посадке. Считали, что этими действиями крестьяне оказывают почтение небесному покровителю огородников, а он отблагодарит их добрым и обильным урожаем овощей. В этот день поминали мертвых, молились за пропавших без вести, веря, что они отыщутся. Приметы. Ясная теплая погода сегодня, лето будет теплым. Если в этот день вывести навоз на огород, к урожаю. Если босыми ногами сегодня навоз натоптать, ноги болеть не будут. Сегодняшний день благоприятен для ухода за комнатными растениями. Их можно пересаживать. Если сегодня супруги выпьют вина с корицей, их чувства будут крепкими и сильными весь год. Конану Градарю сегодня молились об избавлении от оспы. Сегодня не рекомендовали совершать крупные покупки. Они окажутся бесполезными, либо быстро испортятся. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь пешеходными прогулками с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. 13 лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу, а в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств крови, лимфы. Усиливаются обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление тканей. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочный и свекольный. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приветствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний.